это не важно. Глупец, любопытный, не важно. Все, крутые дали, нас грызут. Да, да, я знаю. Заряжай ядерный врелган. Я назад на автопилоте фигачу. К другой, обратно. Ну, теперь я хотя бы выясню. Я отстреливаюсь. Что в модовых заданиях вообще не следует смотреть на экран миссии. Вот это жопа! Пипец! Батарейки будем брать. Того места, где они находятся. Туда бегать, конечно, неудобно. Что-то тут искрит. А где они? А, в конце? У тебя тут щитки немножко сверкают. А, это двигательный щиток, он горит от перепадов питания двигателя, я ничего не могу сделать. Не, ну разработчик... А ты пробовал делать белые стрелки? Нормально смотрелось? Или плохо? Белые плохо видно. Теперь вообще не имеет смысла тыкать на предметы. Кто-то нас грызет. Ой, что это? Что там у нас? Огромная толпа тигров, все на турели. Угу. И больших в том числе. Кто бы это носовую, сядьте. Я в носовой. Обманку сбрось, пожалуйста, из этого пульта. Как? Там на пульте кнопка. Сигнал аут, да? Сделал. Она как-то называется, короче. Сигнал аут. Да. Ну пошли вон, тигры. Да, прилично так. Вот такой я люблю. Ага. Чего эти разрядники не бьют? Либо они уже разряжены все. Если на разряднике больше батареи поставлю. Отлично, Сорф. Теперь даже инженер стреляет. Угу. Инженер ура, потом. Еще сверху на 11 часов идет. Там только один щиток серьезно ломается. Нет, ну два. Я тоже стреляю. Все стреляют. А их все как будто бы больше становится. Все, отошел, управляю. А, нет, нет, нормально, нормально. Монитор состояния, если что, у нас по вас попрежнем. Погоди, монитор состояния. Да. И тебе не надо никуда бегать, чтобы посмотреть, что сломалось. Ну. По-хорошему, этот монитор должен стоять практически везде. Ну, это не так просто. Это отдельная электролиния на каждый прибор. У нас контакт. Право вверх. Вижу. Пойду-ка я ядерный заряжу. Да не важно. Глупец, любопытный, не важно. Все, крутые дали, нас грызут. Да, да, я знаю. Заряжай ядерный врелган. Я назад на автопилоте фигачу. К другой, обратно. Ну, теперь я хотя бы выясню. Я отстреливаюсь. Что в модовых заданиях вообще не следует смотреть на экран миссии. Вот это жопа! Пипец. Че за толпы? Надо спарки ставить везде. Слушай, нам нас сейчас реально уходят. Слишком много. Надо ботов просто подрядить, пусть тоже стреляют. Ладно, я, кажется, могу вернуться. Да, мы и на одной силе. Они сверху. Пипец. Ладно, хорошо. А чё, а там не заряжена бомба? Я бахнул издалека, но взрыва такого не было большого. Ну хотя, может быть, был, просто я это не увидел. Дырка в корабле. Мое тело там еще живо, не? Я не знаю, проверять некогда. Заходи и проверяй. Живой. Ё-моё, да тут надо в два раза больше душ одного поставить. Против такого-то. Я могу поменьше сделать, если надо. Поменьше спавн. Это где-то не слишком много противников, слишком мало пушек. Любопытный варварин. Да, реально ядер там куда-то пульнул.
Так, сейчас посмотрим, где что. Ну нормально, отбиваемся же, что. Так. Сейчас я этому поручу заваривать и поставлю одного ботика на турельку. Допустим, на турельку. Где его поставить? Право вверх? Или лево? Давай лево вверх пусть будет. Да, лево вверх будет стоять. Мы две коробки патронов пока израсходовали. А еще у нас тут две коробки водки. Чего? Смотри на это. Ага. У нас боты застряли в балласте почему-то. Не могут вылезти, прикинь. Передним? Тебе еще надо шокер здесь иметь, я что-то не нашел его. Там есть один. Разрядник имеешь в виду? Шокер, чтобы ботов вырубать. Я понял. Блин. Так. Давай-ка я попрошу его. Что лагает, ё-моё. А, ты не бот. Я не бот, вроде бы. Я напоминаю его, но я не бот. Вот самое пугать, то что они капитанский костюм крут. Как бы их запретить? Какие, водолазные или какие, не понял? Да, 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 капитанский водолазный костюм, который специально стоит рядом с пультом управления. Никак. Да, кстати, поднимись наверх, посмотри на этот трэш. Где дырка? Сейчас. Ой. А, ну я понял. Я не знаю, как тут стенку усилить, поэтому ее часто не прогрызать насквозь. Кажется, подлодка впереди. Или нет? Опять еще что-то. О, опять впереди. Контакт, право, вверх. Это рапторы, их что-то слишком дохрена. Слишком дохрена. Какой тупой бот балласт открыл? Блин. Так. Чушь. Пипец. Из-за количества существ такие тормоза. Чтоб их тормоза такие страшные. А ну свалили все рапторы. Кто? А я каким макаром получил I am become deaf? Я даже не стрелял. Не знаю, я там ядерка стал пулил. Ну ты хорошо так запулил, да. Интересно, там остался еще кто-то? Да, осталось еще парочка. Ну они все такие немножко покоцанные. Ну, мы тут все по ним стреляем. Я, честно говоря, не понял, реально был урон или нет, потому что много еще осталось. Их немножко до хрена. До сих пор. Так, нижнюю турель перезаряжать пора. Нас опять раздолбали этот кусок брони в наводке. Вот слушай, ну столько рапторов на меня еще не нападало ни разу. Подумай, как. Сейчас ударимся, скорее всего, слегка. Пробоины нет. Вот только из Грандина я упустил раптор. Ага, вот он где. Вроде все нормально. Почти всех. Добил. Угу. Короче, буду думать, как этот уголок усилить, а то что-то он нагребает. Чего делать? Уголок правоверхний усилить, он что-то нагребает. Слишком легко пробивается. Попробую то как-нибудь стену запихнуть дополнительно. Они постоянно нас атакуют именно в этот уголок. Не в лоб, не сверху, а именно вот в этот уголок. Чем там нам можно что-то? Стукните кто-нибудь бота, пожалуйста, и снимите с него скафандр. Идиот. Это я сейчас. Ну что, он задохнется в нем и снимет. Да нам нужно, чтобы он что-то делал. Он чинить типа помогает. Где стампатон? Ладно, я возьму крайне эффективный стампатон. Контакт. То ли артефакт, то ли какая-то тварь. Правым. На 9. На 3 часа. Посмотрите, пожалуйста. Я сейчас тоже посмотрю.
чё такое? Нижнее пока ничего не вижу. Сейчас на 3 часа будем смотреть. Я думаю, что это артефакт где-то. Да, это артефакт, ребят. У нас где шлюз для выхода? А, и сверху, и снизу. Снизу выйдите кто-нибудь, пожалуйста. Давай, сейчас я только бота отсюда вытащу. В передней части, да, ведь он шлюз? Да. Ага, сейчас я тебя прям под артефакт подведу. Кажется, кажись так. Сейчас проверю. А, так, подожди, вот чуть-чуть повыше. Да вот, вот я нашел. Что? Ага. А, физосис. Что-то я такой не знаю. А, психозис. А у нас есть переработчик? Да. А, ну есть же, да. Сейчас тогда. Он у нас будет вызывать психоз? Ну. Депрессию, апатию. Так, я подальше отойду нахрен. Отойди подальше, Дэн. Я его сразу разбираю? Или да, да, да. У меня почему-то травма от удара тупым предметом. Психоз напинало в разные стороны. Психоз, видимо, накапливается только в непосредственном близости от этого артефакта и очень медленно. У тебя всего лишь 8%. Пока не буду лечить. Вот, с одной стороны, игра сейчас дает время для того, чтобы покопать, да? Покопать, вылезти куда-нибудь. А потом начинается спам такой. У меня уже есть желание прикрутить сюда еще пару кушек. Контакт на 2 часа. Кажется, это тигры, но еще они, по-моему, кого-то грызут там. Мне даже сонар не нужен. Как только начинаются тормоза, это... Ой, нам все хорошо разворотили. А что это они такие сильные? Бонфрешеры неплохо разум или все. Это не боны, это обычные, это здоровые. Ну тут боны приплыли. И обычные тоже. А, зарядка кончилась. У меня... Так, патроны. Где хранятся патроны? Сверху, слева. Справа, пока справа. Так. Слушай, а я хоть рассмотри, они пробили нам обшивку, а затопления нету. Как же мне это нравится. Да, поздравляю тебя, молодец. А теперь за орудие. Я проверяю, что все патроны держат. Да. Как я заварю, что ли, обшивку? Отбились, что ли? Так, да, они полтора слоя из трех пробили. Так, еще будут, ребята, еще два как минимум я вижу. На 2 часа. Кстати, готовьтесь. Да, если что, там в инженерке есть целый ящик со сварочными аппаратами. Угу. Атакую. Хотя. Я завалил. Хотя вопрос, кто кого атакует. Кажется, готовы. Так, пойду катерю проверю, что-то происходит. Кстати, похоже, я какую-то конструктивную ошибку допустил. У нас вода с трюмов сливается. О, не... Это забавно. Я немножко пострелял и прокачал навык до 50. Да, я накосячил что-то с трюмом. У меня 61 сейчас. Я вот что-то, мне кажется... Но я капитан. Скорость изучения зависит от размера подлодки. У нас контакт на 12 часов. Либо ползун, либо... Тигр. Ой. Тигр. Его пристрелили или нет? Нет. На 11 часов идет на нас. Там бот в него насовывают. А он ему голову отстрелил. В общем, очень хорошо, что ты добавил впереди эту штуку. Очень удобно смотреть, исследовать дно. Супер. Гораздо удобнее даже, чем на лодке Виктора. Там две турельки. Но все равно обзор там похуже. Потому что одна сверху, а другая снизу стоит. А здесь прям спереди. Можно сказать спасибо Максу. Он показал слепые зоны. Угу.
Вообще, я, конечно, сомневаюсь, что реальные твари бы в слепых зонах атаковали, да? Да, но один нападает в основном справа сверху, поэтому эта турелька вполне себе уместна. Угу. Причем у капитана тоже бывает такая ситуация, что ему еще может быть скучно, и вот это тоже ему тоже решение, проблема его. Пусть он, может быть, не больше, не очень много урона наносит, но, по крайней мере, участвует. Не, ну как немного урона? Полноценная турелька. Нормально. Так, мы, кстати, треть боекомплекта Реугана потратим. Окей. Наконец-то хоть тратятся боеприпасы, да, нормально? Да, учитывая, что патроны к Реугану запасные есть в балласте. Рейвен, я не помню, или таковых нет зарядной станции для аккумуляторов. Дьявол, наверное, я опять забыл их добавить. Понятно. Я себе написал, а обвел крупным шрифтом и забыл. Ну, заряжать в местных батареях. Контакт на 12 часов. О, где? Где? Кого стрелять? Опять рапторы. А сколько? Я только одного. Угу. Так, ну... Тут на самом деле есть еще правки, потому что с трюма вода плохо сливается. Там, похоже, насос крепко стоит. Еще контакт на 12 часов. Лагает. Ай. Из-за тормозов не могу нормально прицелиться. Еще контакты на 11 часов, 2 или 3 цели. Так, я пока проверю электрику. На 11 часов. Так, краулеры. А, вот в чем дело с зарядниками, они не работают вообще. Все понятно. Там батарея не заряжалась. Там, короче, знаете, ребят, еще на 11 часов идет цель одна. Мы сейчас над подводной лодкой, на которой как раз засилие краулеров, ну, всяких хасковых было. Еще контакт на 12 часов. Так, а это только у меня тут... проплывает. Наверху подлодка. Ага, а еще рапторы. Там, похоже, рапторы хасковых ползунов гасят. Угу. Пожалуй, это повредит их здоровью, учитывая, что тут есть хасковые. Еще на 11, на 11 часов контакт. Рапторы, хаски нездоровые. Тек. Хотя... Право, низ. Не видно никого. А, вот он. Ой, вот теперь разрядник работает. Лодка с турелями, но они не работают. Там, похоже, нет никаких торговцев. Так, еще раз закончились боеприпасы. Угу. Блин, как бы туда по два ящика с патронами. Ну да, таламуса нет, но там есть хаски, скорее всего. Где-то нас грызут, ребята. А да где, я не вижу. Паразит. Да везде они грызут, чё тут думать. Рапторы, рапторы, еще раз рапторы. Кажется, отбились. Да? Угу. Чё, на лодку хотите сходить? Не знаю, ну её нафиг. Нас слишком мало. Хорошо, ну, уходим. Нам еще 500 метров до Блума этого и 4600 до станции. То есть вот здесь получается у нас больше расход ресурсов. И соответственно
требуется больше, ну, оправданно получается копание. Мы можем в какой-то ситуации, наверное, оказаться в такой ситуации, что нам придется выходить для того, чтобы, может быть, сталь сделать, ну, покопать там. Особенно если мы будем в глуши где-нибудь. У нас... Так, нет, показал. Короче, 76 метров, блум, этот, право-низ. И на 6 часов тоже. Готовьтесь. Я думаю, что это какие-то, наверное, молохи такие. Да, судя по звуку, такому приятному пению, это какие-то молохи. 37 метров право-низ, готовьтесь. Угу. Поющие медузы. Звучит... Это маленькие красненькие медузки. Угу. Поют красиво. Ребятки, кровище. Они медленные. Кажется, обычные так много не поют. И по-другому, да, звуки издают какие-то? Кажется, да. А, это дворф молох, то есть карликовый. Дворф. У тебя ведь эти полки все были заполнены боеприпасами, так? Мы потратили уже 7 коробок. А сделать не можем, да, больше? Ну, можем, в принципе, а две ста... одна сталь есть. Ну, мы можем, наверное, покопать чуть-чуть. Можно, но ты сам говорил, теперь это не... Ну да. Ну, если прям недалеко, то есть подплываем к какому-то месту, такие, ага, ресурс есть, выходи. Заходит, выходит, мы такие, стоим, палим. Если что-то случилось, шухер, сразу говорим, он обратно возвращается, например. Вариант такой есть.